кстати, выглядят смешно и жалко сирени, прочие цветы. Есть дом 16-этажный, под домом тополь или клен стоит ненужный и усталый, в пустое небо устремлен стоит под тополем, скамейкой лбом уткнувшийся в ладонь. На ней уснул и видит море писатель Дима Рыбаконь. Он развязал и выпил водки, он нахер из дома ушел, но захотел увидеть море, но до вокзала не дошел. Хотел уехать к морю, но страдания предел, проматерился, проревелся и на скамейке захрапел.